Всем привет! Более 1000 москвичей пришли на открытую лекцию Курпатова. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Сейчас расскажу подробнее. Более 1000 человек пришли в Отрадное 12 сентября послушать открытую лекцию Андрея Курпатова, президента Высшей школы методологии, сообщает пресс-служба Московского департамента здравоохранения. Это рекорд по посещаемости мероприятий, организуемых в рамках проекта «Здоровая Москва», отметили на сайте ведомства. Еще за полчаса до начала лекции все сидячие места были заняты. Курпатов рассказал посетителям о базовых потребностях и инстинктах человека. В ходе лекции он поделился мнением о том, что смысл жизни в других людях. Помимо этого, участники мероприятия узнали о цифровой зависимости. По его мнению, рецепт счастья состоит из 4 ингредиентов. Занятие своим психическим здоровьем, ограничение цифрового потребления, занятие важным и любимым делом и общение. На площадках проекта «Здоровая Москва» регулярно проходят открытые лекции с известными врачами, спортсменами и активистами ЗОЖ. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. Пока!